Ну что, всем доброе утро. Начинается третий день нашего отдыха. Ночью была гроза. Оценим масштабы бедствия. Намокла, конечно. Вот это вот просто, видите, тарелка? Она была без воды. Все тарелки просто дождевую воду собрали. Так, тут хлеб. Тут, конечно, все мокрое. Мокрая туалетная бумага, естественно. Так, вон там модельчика. Лужа. Да. Ну, тут, естественно, все мокрое. Естественно, все вот эти вещи сушить. Коляска. Тут все снизу полностью мокро. Так. Не знаю даже, что там с едой. Ну, палатки это ерунда. Высохнут. Так, была вот эта еще палатка. Ну, как я понимаю, она тоже промокла. Там лежат детские игрушки. О, вот так тут. Вот так подмокла, конечно. Это была игровая комната. Я хотела, чтобы днем мы здесь сидели, играли. Детки ползали, но ползать, как видите, негде. Ползать негде. Так, отдельно покажу вам туалет. Это очень важно на отдыхе, на самом деле. Туалет с прошлого года. И сделали новый стульчак. Вы представляете, был дождь, ливень. И здесь даже сухая стоит. Потому что шифер. Сухая туалетная бумага. Это класс. Вот так выглядит наш лагерь после. Иду, мои уже купаются. Сейчас иду. Посмотрите, как будто здесь 300 человек живет. Потому что все мокрое. Все приходится. Посмотрите на эту веревку. Иду. Во, красота. Так, все, идем купать малышей. Николь, кто пузик наел? Кто пузик наел? Короче, нас всех покусали осы. Мы все кусанные, перекусанные. Просто. Сняла шапку. Молодец. Одевай на место. Раз, шапочку надели. Дочь, не снимай. Вот один, второй, третий. Вот и Лёнок, ну. Тихо, вот как на камеру, так ты не хочешь. Ой, накапала. Ну так аккуратно кушала. Ты сама хочешь ложку? Ну, не кушай. Сама ложку хочешь, да? Кушай. Нравится ей цветная капусточка и тут индейка. Ну, ну уже не эстетично. Аделя, не. Так, самое интересное, я кормлю одного ребенка. Оп. Тихо, банки не раскидывать. Давай, капустку. Нет, давай закроем, что. Я говорю, я кормлю одного ребенка, а папа кормит второго. Большуна. Так, папа там надувает нам лодку. Поплывем в лесные. А Николик здесь пошла купаться одна. Вот так, мой. Пошла. Делик.
Валик, Валик, помаши нам ручкой. Ручкой помаши. Всем привет скажи. Скажи, всем привет. Всем привет. Всем привет. Хорошо, спасибо. Спасибо. Нет, спасибо, мошник. Моделик. Привет, да, привет, привет, Аделика, привет. Аделик стоит. Стоит. Так, всем доброе утро. Николя, на меня посмотри. Скажи, доброе утро. Доброе утро. Мы кушаем в палатке, потому что больше невозможно есть нигде. Папа нам делает окошко для проветривания. А тут вот тоже какой-то есть. А это что? Папа, тут тоже есть. В общем, потому что нас просто атаковали осы. Просто нас сжирают. Такой завтрак. Вот, видите, что? Постояла 2 минуты на улице. Муж окурит. Так. Мы пришли на озеро и здесь теперь кушаем. Потому что здесь, как оказалось, нет ос. Аделечка тут тоже сидит в лодке, ползает у нас. Вот. Принесли столик, стульчики, там, постелочку. Пока вот в этой зоне нет ос, поэтому сидим здесь. Здесь прохладно. Дует ветерочек, но там уже, правда, солнце пошло. Ну, хоть немножко можно сидеть, да? Хоть немножечко можно сидеть. А так, там уже, конечно, съедают осы нас. Просто кошмар. Яичка! И кто остался? Савери. Кто яблочки, да? Или кто там апельсины? Да! Один остался, апельсин еще не собрал. Ура! Апельсин собрали, молодец. Ура! Теперь стираем. Давай сотрем. Ну, стирай. Давай, вон лежит. Стирай. Вот он один. Так, Аделёнок там с шишкой сидит. Что-то наелась уже, конечно-то. Так. Чего ты там съела? Зубатая ты. Ай, какую-то каку уже там съела. Она едала ты каку. Да, да. Ну что, здесь классно, листик, наверное. Классно нам здесь пока. Да. Молодец, доченька. Я на ней зеленая, зеленая. Зеленая. А желтая? Желтая. Желтенькая. Молодец. Короче, сидим с малышами. В палатке мы играем. Вот. Короче, малышки мои сидят. Класс. Я прикрою его. Вот так. Молодец. Молодец. А я тут сижу. Смотри. Вау. Кушай. А Дельчик там он спит. Мы, короче, перебрались к воде, потому что там... Так, у нас спросили, что мы кушаем. Мы кушаем арбузики, да? Вот это мы кушаем. Защита от ос. Ты будешь не гуляться. Ос лучше, чем с телефоном, да? А что там сзади ползает? Ничто не ползает. Ура! Мы поймали рыбку. Николь, папа поймал рыбку. Ой, дети. Без... Держи, дочь. Держи. Смотрите на этих красавчиков. Николь! Николь! Смотри. Ну не надувайся. Смотрите, какие вы красивые. В маечках, в шортиках одинаковые. Две девочки. Вот чего ты кидаешь, малышкина?
маленький котик. Так, я, пожалуй, вот эти грибки уберу. Нашла какие-то, не знаю, кто они. Мы их есть не будем. Смотрите на этих красоток. Вот, это нам из Израиля передали две маечки такие красивые для девочек. И вот мы нарядились на 8 месяцев. Фотосессия в лесочке у нас. Да? Баимся. Посмотрите, вы в лесочке, красавицы две. Николя, улыбнись, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну что за бук? Что за бука? А малышечка, малыша? Малыша? Тик-тик-тик-тик-тик, красотки две мои. Так, всем доброе утро. День номер не знаю какой. Потеряли счет уже дням. 6, наверное. Прячемся в палатке. Только тут можно покушать спокойно, потому что там идет атака ос на нас. Маленько купается. Вот наш лагерь. Так, жарим тут курочку. Папа тут на суп сделал. А, вот. Ну, в общем, малышечка спит там вот. Гуси поставили в тенек, там вот детки играют. Короче, заняли мы весь пляж тут. Вчера была гроза, но она до нас не дошла. Но страху наделала. Испугались, конечно. Сверкали эти молнии тут по всему пляжу. Смотрите на малышка. Это я еще Никольке покупала, когда мы в Египет ехали. Она обожает вот эту всю черноту эту тянуть в рот. Вот она просто видит и думает, что это что-то очень вкусное, наверное. Привет, скажи всем привет. Встань на ножки. Привет, купальщица. Смотрите, какая девочка у нас. Ой, какая у нас девочка у нас в купальнике. Давай, вставай. Вот такая девчонка у нас. Купальщица. Кто там купается такой? Малыша, смотрите. Игрушки, игрушечки. Солнце, конечно, нельзя. Куда в рот песок? Так, вот площадочка тут. Столовая, тренажерный зал. Тут горят красивые эти. Так, пойдем посмотрим, что там. Давай погуляем. Вот, смотрите, какие у нас красивые сосны здесь. Лес. А чем сидим мы с малышиком ранним утром? Да, да, малышек играет зарядками. И что я вам хочу сказать? Если у вас какой-то нервный срыв или вы уже все чувствуете, что сил не хватает, и вы уже закипаете, и просто, не знаю, все плохо. Лежайте. Так, малыш, ну, если... Oh.
Кто там сидел? Жучок? Мои еще спят в палатке. Он там спят. Ой, хорошо в лесу. Хорошо. Как-то силы прибавляются. Именно моральные. Ой, спокойно, хорошо. Малышек, вот ей нужны все вот эти штучки. Ей не нужны игрушки. Ей надо вот это все потрогать. Так, детки, конфетки сидят. А у нас началась гроза. Гремит все. Грохочет, идут дожди. Намочилось, конечно, все. Не успели мы прибраться. Вот тут ездить еще творят. Ну, ничего. Дождь такой не сильный прошел. Еще пока. Малышечка. Ливень. Смотрите. А здесь, кстати, не так тарабанит, как... О, там такой ливень. Паш, папа, закрывайте, наверное, сенцы. Наши оконца. Наше жилище. Мы сидим, прячемся в палатке. Бух! Все прячемся. Пока мы не промокаем, но у нас какая-то вон уже собирается вон. Детки мои сидят в палатке, потому что на улице ливень. Папа пошел какой-то кофе там варить, не знаю, куда он пошел. Посмотрите, мы сидим просто в луже. Сейчас вся палатка у нас, конечно, а вон папа. Папа весь мокрый. Палатка у нас тут сейчас. Ну так, что печенье? Виноград нести. Просто кошмар. Уже вечер. Смотрите, какое облако красивое. Отражается в воде. А мы кушаем. Папа сварил нам еду. Нас папа готовит. Сейчас покажу, где папа готовит. Он меня к готовке не подпускает. А вот у нас газовый баллон. Горелка. Вот что на ужин папа приготовил. Ну, вон, обычная газовая горелочка. Вот он тут организовал себе место для готовки. У нас, ну, бардак. Это вот вещи намочились дождем. Сушим все. Бардак, потому что дети, не успеваем мы наводить порядки. А еще потому что осы здесь просто роятся весь день, летают, и просто страшно подходить. Так, вот там у нас сушка. Здесь. Сейчас посмотрим. Палечка кушает супчик. Это у нас свет тут был такой яркий-яркий. Не сняла вчера. Вот, это мы тут рисовали, играли. Так. Ты что обиделась-то? Это малышечки. Вот. Малышка в тулупе сидит, потому что холодно, да? Доброе утро. И вообще сегодня не жарко. Холодно. И мы уже думаем ехать домой. Ну что такое? Обиделся. Уезжаем мы вот такой погодой. Это кошмар. Да, зайка? Пошел ливень. Мы не успели вещи собрать. Просто покидали все. Сюда часть вещей. Вот там лежит. Кошмар. Все, друзья. Мы уже. Вот такая погода, дожди, к сожалению, подпортилась. Два дня дождей, потом холодает. Собираемся. Папа собирается. Ну, я сейчас весла принесу. Говорит, что не помогаю ему собирать. Я весло несу. Ты сказал, найди шмотки. Поехали. Ты
нас по видео ждать. Поехали! Пим-пим! Ой! Маленький-маленький! Поехали! Можно завести? А он не заводится. Мы собрались и покидаем это прекрасное место. Папа там еще собирает вещи. Пойдем прощаться с озером. Это вот столько вот мусора у нас. Это еще не весь. Там еще куча. Это всего лишь за неделю. Красота. Тихо, тихо, тихо. Смотрите. Вау, просто обалдеть. Туман какой, красота какая. Смотрите, как красиво. Спасибо, Саша. Спасибо, мой хороший. Цветочек мне. И я тут. И ты, Николька, в пижаме, потому что они купались в озере на прощание с папой. Посмотрите, какие здесь места. Я все, конечно, не сняла, всю красоту. Потому что много не снимешь с вот этим на руках ребенышем. Ну, здесь очень красиво. Спасибо. Спасибо. Очень красиво. Видите, какие дорожки. Мы были на полуострове. Полуостров со всех сторон. Ну, окружен был водой, озером. Вон там вдалечки. Встань на пенек, я тебя сфоткаю. Встань на пенечек. Смотрите, какая красота. Мы могли встать и на эту стоянку, в принципе, если бы здесь не было людей, но здесь люди были везде. Вот здесь тоже классно. Такая стоянка. Мы здесь с Сергеем, по-моему, первый раз, когда приехали, мы вот здесь отдыхали с ним. Как я сейчас вспоминаю, ну, где-то вот в этом районе. Там были люди. Посмотрите, какая прелесть. Какое озеро. Там остров. Короче, застряли на горке. Пытаемся выехать. Так, пока папа там пытается подняться на горке, покажу вам, вот еще стоянка здесь такая была. Тоже, в принципе, хорошая, но здесь места мало. Но надо было побольше места, чтобы... Там один такой.